Сегодня у нас начинаются ремонтные работы в селах Толоковка, Лебединская и Гранитная. Начинаем их с поставки окон. Спасибо нашим предпринимателям Мариуполя, которые приняли участие в тендере. Это было очень непросто, Александр. И нужно сказать, что они не просто выполняют свои обязательства по проекту, а еще устанавливают эти окна, хотя, в общем-то, не обязаны. Большое спасибо, конечно же, USAID и американскому народу, которые помогли нашим людям возобновить нормальное функционирование жизни. И хотелось бы сказать, что очень важно то, что громада Мариуполя приняла в этом участие. Почему? Потому что сейчас идут процессы, когда повышается роль громады, повышается роль гражданского общества, и активное участие членов этого гражданского общества в этих процессах – это очень ценно. С сельскими громадами были сформированы пожелания, то, чтобы они хотели восстановить у себя, и списки, собственно говоря, тех базовых материалов строительных, которые им нужны для этого. И обратились мы, к USAID через компанию покращения в певности UCBI, которая работает на Украине. Они откликнулись на нашу просьбу и выделили финансирование этого всего. За это им большое спасибо. В принципе, это очень большую роль сыграло для того, чтобы громады как-то сплачиваются. Ведь когда мы поставим стройматериалы, собственно говоря, люди, которые живут в селе, они сами будут восстанавливать свои школы, свою поликлинику. То есть это еще очень сильно работает на их сплачивание. Мы, ребята, будем восстанавливать, делали замеры. Вот, и будем выполнять установку этих окон на всех объектах. Также там от себя приняли решение докомплектовать их подоконниками, где не хватало там, у нас там по смете. Мы решили поставить подоконники туда, чтобы освоение их немного, но чтобы было принято решение, чтобы сделать красиво все, довести до ума. То есть в этой школе Лебединского все будет сделано, и ремонт будет сделан, всех замена стеклопакетов, штапиков, мы берем все на себя и все это сделаем. Эти два объекта будут у нас готовы до воскресенья, Гранитная будет чуть попозже, там, по поставке окон.